Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня будет обзорчик на талантик «Железная воля». Покажу, расскажу, как применять, где применять. Ну, я скажу так, он очень кайфовый, лучше, чем бог войны, однозначно. Но, конечно, если у вас есть эмблема хотя бы мелких левелов, вам будет намного проще проходить подземки. Вот так вот он выглядит. Iron Will он здесь называется. На восьмерке дает 18 секунд иммунитета и увеличивает атаку на 90%. Также дает иммунитет к стану, страху и забору энергии. В чем плюсы, скажем так, данного талантика? То, что ваш герой будет неуязвим, но многие этого не знают, и это печально, потому что это все длится всего лишь 18 секунд. На PvP локации, скажем так, он довольно-таки неплох. Но для фарма, там длинного фарма, там на подземке он круто заходит. Но на остальные локации, где герои могут зависнуть, как, например, та же самая забытая битва, у вас получается пропадают все эффекты. То есть 18 секунд и у вас не действительно будет полностью все то, что дает этот талант. Многие этого не знают, и из-за этого получается проблема. Герои очень быстро сливаются. В любом случае, это лучше, чем бог войны, но надо не забывать то, что это не на все время дается талант, а именно на первых 18 секунд. По героям, кому можно ставить, сейчас я вам покажу и на практике расскажу. Давайте так, покажу сразу героев. Вот, например, можно ставить шапки. Она очень быстро набирает энергию, у нее нету кулдауна, то есть для нее это для подземок вообще идеальный вариант. За 18 секунд вы, в принципе, на разгоне любую подземку пройдете. Можно ставить эмблемы. Для Атланта тоже подходит. Есть локации, такие же, как и древние испытания, где надо ремочный плюс поставить железную волю, допустим, либо наоборот, чтобы он не станился башнями, и он свободно подошел к ограде и включился. Такой вариант тоже есть, и если у вас есть эмблема, это реально очень круто, особенно на бездонате. К сожалению, у нас на русском сервере не дают, на английском сервере без доната реально проще и лучше, потому что здесь карты можно вытащить. Так, сейчас, секунду, эту я уже дальше зашел. Вот она. Третий хватит. 10 секунд, 20% атаки. Да, атаки мало, но 10 секунд вам вполне хватит, чтобы нормально зафармить. То есть, вот так вот. И чтобы тот же самый атлант включился. Поэтому и плюс забор не заберут. Ну, то есть, энергию не снимут. Как там, например, снимают сейчас очень много энергии в восьмых кошмарках. Вот, поэтому, скажем так, реально топовые талантики, эмблемы. Дальше, кому еще заходит? Ну, он заходит многим героям, кому бы вы поставили БВшку, он очень круто заходит на PvP локации. Ну, вот есть, допустим, у меня здесь Леди Лио. Сейчас я покажу, на ней, по-моему, так и стоит. Не помню, сейчас глянем. Вот. Железная воля, восьмая для PvP локации. Она не, получается, не станется, она включает, станет всех остальных. У нее невозможно забрать эту же самую энергию, чем это как бы делают ее намного лучше для забытой битвы. То есть такими же героями является та же самая Медуза. У меня она здесь с проклятым доспехом, чтобы не сливалась тоже. Такой вариант у меня на русском сервере, такая Медуза. Так, давайте сюда зайдем так, чтобы было. Не забывали, потом можете себе принтскрин сделать. Купидону тоже как вариант на подземке, он станется очень сильно, поэтому вариант такой тоже есть. Капитан Дрейк, в принципе, тоже как вариант, если PvP локации можно поставить, и другой Дрейк его не застанет. Такой вариант тоже можно рассматривать. Минотавр,
тоже использовал в свое время и сейчас даже иногда использую. Ставите железную волю плюс пак там, либо такой вариант ИСО плюс железная воля урона, ему все равно на 30-м прорыве, у кого он есть там 20-30 прорыв, хватит, он будет бежать и просто тупо шатать, почему и нет. Дрейк как вариант показывал, ведьма то же самое на PvP локации. Ара отлично подходит под ремочный вариант, тоже очень круто. Ну, череп малышник, тоже можно защититься от стана, почему и нет. Также можно поставить психощит, то есть, соответственно, ну, смотря, конечно, кто первый ударит, там другой малышник может по психощиту, там Дрейк ударит, снимет, то есть не застанет. Такой вариант. Медуза тоже показывал. Дед Мороз на подземке тоже очень круто будет. Тесса как вариант, ну, эмблемой. Сердцеедка бессмысленная, у нее и так иммунитет, но можно, допустим, от страха там и от забора энергии. Народина на PvP локации, ну, в принципе, бессмысленно ставить. Некрос тоже смысла не вижу. Тут такие герои. Ворожей нет. Фрэнк, ну, Фрэнк как вариант, если у вас других вариантов нет. Варлок тоже я бы не советовал. В свое время иногда ставил Афини, но только эмблемой. Но сейчас подашка вышла, на поинтересней будет. ПБшка как вариант, он тоже станется. Можно такой вариант, но с уроном вариант я вам показывал, он сливается. Махатма бессмысленно. Рогатка, в принципе, ремка, но ПДшка более актуальна. Лазуля на PvP локации тоже как вариант, его можно застанить. И у вас может быть реально куча проблем. А так он у вас включится очень быстро. Роза бессмысленно. Анубис. Анубис однозначно да. На сардельке, на бездонатном аккаунте у меня именно Анубис с восьмеркой прокачанный. То есть мне хватает 18 секунд. Для Анубиса, для подземок и для бездоната это идеальный вариант на подземке. Даже лучше, чем бас, потому что с бастом у вас в дальнейшем будет станется. А железная воля просто нереально круто разгоняется. У него нету стана, то есть он все время будет у вас работать. А там 18 секунд и вы без проблем сможете ушатать любого. Аса, ну, в принципе, как вариант, но это эмблемой поставить. Землеройка тоже вариант, кстати, его тоже можно застанить. Ну, ему, конечно, оно нежелательно. Так, Командора, такой вариант хорош, кстати, на подземке. Ну, у нее скилл и так срабатывает при попадании, я не помню, по-моему, в стане. Не срабатывает. Зефирка, Стрелок, Свален, такое себе. Давайте, кстати, Командору сейчас мы с вами и затестим. Сделаем такой тестик. Где там наша командора? Какая у нее сборка? Вот сейчас она без эмблемы. Попробуем ее на... Зефирка после теста Анубиса. Вот вместо Анубиса поставим Командору, посмотрим. Ну, то есть варианты разные, но эмблемой лучше всего, конечно, этот талант, потому что вы можете там поставить много разных вариантов и не ограничивать вашего героя, скажем так. А вот эмблемой поставили на определенную локацию, и все. На фарм локации длительные, там, на волны, получается, первых 18 секунд, а дальше оно все не работает. Так бы было бы, конечно, круто. Так, поехали, подземка. Давайте в шестую кошмарку забежим, попробуем. Посмотрим. Тут вроде станет должны нормально. Вот, видите, герой в стане вроде бы, но тоже проходит. То есть ей по сути не обязательно даже. Потому что и в стане она от получаемого урона будет дамажить, поэтому ей можно не ставить. Но есть герои, которые не могут включиться, потому что у них стан, либо там забор энергии. Для этого варианта, конечно, железная воля очень отличный вариант будет. Командора не нуждается в этом. Опять же, тот же, она, если бы была без стана, она бы побежала дальше. Ее бы уже давным-давно слили. А тут, получается, ей даже не надо ставить, потому что она с места уже там
43% уже ушатало. То есть 50% один герой проходит. Ну, конечно, 30-й прорыв, прокачка максимальная. Но все же этого вполне хватает, чтобы пройти дальше. Если мы поставим ей сейчас вот... Она побежит дальше. Вот у нее 18 секунд. Она не станется, как видите, башенки. Ее не станет, и она бежит сразу же дальше. Да, тут у нее сейчас будет, конечно, урона побольше. Но она добежит до демонов. За счет эмблемы у нее плюс 90% урона. Но видите, она уже добежала до них. За счет эмблемы она просто больше набила. Но ее слили быстрее. То есть тут такой вариант. Но тоненького, скажем так. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.